Так, ребят, приветствую вас. И давайте сегодня посмотрим с вами жилой комплекс Кватро. Сегодня суббота, стройка идет. Смотрите, чтобы сориентироваться, вот этот дом у нас идет, который сам первый. Его пока у нас не продают. Дальше у нас идет второй дом. Его пока тоже не продают. И у нас есть третий дом и четвертый. Четвертый дом у нас уже на уровне пятого этажа. Итак, какие цены сейчас за квадрат? Большие квартиры можно купить по 75 тысяч рублей за квадратный метр. А вот квартиры, которые идут поменьше, они идут у нас уже 80 тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому, что я могу сказать? Многие скажут, дорого. Да, можно купить, взять вот в этих домах, которые два дома уже построены, которые уже должны в течение месяца получить документы. Они одинаковые по планировке, но там у нас получается цена уже 100 тысяч рублей за квадратный метр. Здесь цена на 20-25 тысяч рублей за квадратный метр дешевле. Поэтому со своей стороны я рекомендую, если вдруг кого-то, например, кто-то не торопится, кто-то готов год подождать, точнее, там, почти полтора года, потому что сдача всего жилого комплекса будет первый квартал 2019 года. Дома будут у нас сдаваться одновременно все четыре, как я вам говорил немножко раньше, что невыгодно у нас в Сочи сдавать по одному дому, поэтому четыре дома будут одновременно сданы, и четыре дома у нас одновременно сейчас возводятся. Что касается у нас оплаты. Оплата у нас сейчас происходит, 100% нужно оплачивать. Ипотеки, конечно, пока у нас не открыты. Ипотеки, наверное, появятся только через полтора-два месяца. И здесь вы можете просто взять и купить. Сразу говорю, у вас альтернатива всегда есть. Вы можете здесь взять готовый дом. При этом переплатить 20 тысяч рублей за квадратный метр, а можно взять у нас в стройку. Строит компания АЛК+, хорошая у них репутация, как именно подрядчика. Ну, качество застройщика пока это первый объект. И теперь давайте все-таки подведем итоги. Дагомыс у нас за полтора года, который здесь живу, очень сильно вырос в цене. И растет все выше, выше и выше и выше. И здесь уже я считаю, что надо брать, ну реально надо брать. Хотя, если кто-то хочет сэкономить, то можно взять у нас, конечно же, и жилой комплекс Босфор. Благо, вот хорошо, когда приезжаешь в Дагомыс, здесь есть выбор, здесь есть из чего выбирать. А вот, например, если рассмотреть другие районы, там строится у нас очень мало всего, поэтому там немножко тяжелее. В общем, сделки у нас регистрируются в Росреестре, все хорошо, все по-белому. Уже они вышли на Росреестр, это огромный плюс. Раньше пока только были брони. Ну, бронь тоже была относительно за недорогую сумму, 100 тысяч рублей за квадратный метр. И вы могли взять, зафиксировать цену. Поэтому можно думать, а можно брать. Думать или брать, это уже выбор за вами. В общем, если вдруг какие-то интересуют у нас вопросы, просто я уже снимал этот жилой комплекс, показывал вам планировки, все вам показал. Если вдруг еще какие-то вопросы остались, звоните, пишите, с большим удовольствием вам отвечу. А теперь пока.